В Югре чествовали сотрудников прокуратуры. По всей стране прошли мероприятия, посвященные 298-й годовщине образования этой структуры. В столице автономного округа с праздничной датой представители надзорного ведомства поздравили губернатор Югры Наталья Комарова и главный прокурор региона Евгений Ботвинкин. В прошлом году в работе подразделений прокуратуры находилось около 40 тысяч обращений. Особое внимание уделяли соблюдению и защите прав и свобод граждан, координации работы сотрудников правоохранительных органов. Это профессионалы, для которых закон, справедливость, честность должны быть такими священными понятиями. Тогда люди будут верить справедливости. Подводить итоги, наверное, еще рано. Мы это сделаем более подробно на годовой коллегии. Но уже сегодня можно сказать, что прокуратура традиционно основное внимание уделяла надзору за исполнением федерального законодательства, организации работы по противодействию преступности, коррупции, противодействию проявлениям экстремизма и терроризма, защите прав несовершеннолетних, ветеранов.